Ситуация, когда один старый чувак сидит, сколько уже, 20 с лишним лет на одном месте, и постепенно у него едет крыша, он превращается в фашиста, он начинает песчаных людей и камышовых котов принимать за реальность, и он реально подрывается на своей собственной пропаганде. И человек, который, когда он пришел в начале, помните, что было его целью? Ну, Геленджик, Геленджикский дворец, это была его мечта. Как вот этот человек из человека, который мечтал о Геленджикском дворце, значит, у него превратился в параноика, который хочет владеть всем миром. И это непредставимо то, что происходит. Мы живем в бреду одного человека. Естественно, когда этот человек правитель, то этот бред становится общепризнанной, более того, тоталитарной идеологией. И Россия за это будет платить.